Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Очень давно хотела на эту тему сказать пару слов. Да все, как говорится, не досуг. Иван Стебунов. Когда произошла трагедия с Михаилом Ефремовым и начали всплывать фамилии известных людей, среди них был Иван Стебунов, то есть фамилия Ивана Стебунова. Он потом рассказывал, что подъехал, что они виделись. Я буквально пару слов. Человек знает все, что произошло именно в этот период. Для астрологов, дорогие мои, в этот период, а именно в период аварии, все события и даже натальная карта событий один в один ложится на карту Михаила Ефремова. Положение у Ивана Стебунова незавидное. Вот действительно говорят, лучше уж ответить по закону перед людьми, чем потом всю жизнь мучиться. Очень много сложностей, и я боюсь даже говорить о том, что он может попасть в автокатастрофу и сам пострадать. И это для него более или менее будет мягкое событие. Но, а в целом, конечно же, ему придется отвечать. Ему придется отвечать перед высшими силами. Он это чувствует. И то положение, в котором он находится сейчас, это неизбежное разрушение жизни не только на внутреннем плане, то есть внутри я как человек и то есть мужчина-женщина, обязательно будет проигрываться на физическом плане, то есть здоровье, ну и как результат на профессиональной деятельности. Дорогие мои, я только высказала свою точку зрения, свое видение. Я бы, конечно, хотела ошибиться в своем предположении. Давайте подождем. На этом все. Удачи!